Сегодня ни одна пришла сказать спасибо своей маме. Спасибо. Своей маме, которая сидит в этом зале сегодня, пришли сказать спасибо самые талантливые дети Кировограда. Они стоят за кулисами, очень волнуются. Нам нужна ваша поддержка. Впервые сегодня в городе Кировоград премьера песни «Спасибо, мама!» Закончился вчера. Отпущу руки, любимые,
детской, маленькой души. Идите ко мне. Спасибо. Спасибо.